Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Смотрим мы различных блогеров на Ютубе и у Ольги 1972 года увидели очень хороший томат. Называется он «Интуиция». Но когда в этом году заказывали семена почтой, к сожалению, именно такого томата не оказалось. Почитали отзывы и нашли похожий томат, практически один в один, такой же он высокорослый, урожайный, устойчивый ко многим заболеваниям. Называется он Евпатор. Это тоже высокорослые помидоры с мощной такой корневой системой. Очень у них такой крепкий стебель, такая вот красивая ботва. И у нас сначала было жарко, когда мы высадили томаты. Наверное, 30 градусов, 25 стояла жара. А потом, вот всю эту неделю, было очень холодно. Ночами минус 1 и 0, ну, где-то такая температура, плюс 2. В теплице, конечно, теплее, плюс 4, плюс 6, плюс 7 градусов. И все, конечно, этому не радо. Но вот этот томат, он прям значительно выделяется на фоне всех остальных. Вот так вот выглядят остальные томаты. Чудо земли, малахитовая шкатулка. Здесь у нас любимый праздник. А Евпатор, вот такой вот он красавец, зеленый. И завязываются вот такие вот замечательные первые томатики. Не сбрасывает он зависть. И вот начинает так вот наливать помидорки. В этом году весна не очень хорошая, холодно, весь апрель была прям жуткая погода, холодная. Сейчас в июне снова пришло похолодание, уже накрыть тяжело все, поэтому на ночь проливаем водой, и только так помогает нам в теплице сохранить все наши растения, особенно огурцы, потому что они уже вот достигли самой крыши. Поэтому вот именно эти томаты и в паттерн интуиция, они рано, соответственно, начинают плодоносить, они подвержены многим заболеваниям и долго, соответственно, нам дарят свой урожай. Огурцы в этом году высаживали в середине апреля рассаду, а томаты только в середине мая. То есть они у нас растут в теплице еще меньше месяца. Присмотритесь вот к этим помидорам. Евпатор, интуиция. Посадить их, конечно, много, может быть, и не надо. Но вот несколько кустиков, чтобы получить и ранний урожай, и долго, чтобы у вас были такие вот помидорки. Можно их посеять. Вот такой вот перчик в этом году. Там еще не высаживали поздние огурцы. Это огурец апрельский. И наши томаты. Надеемся, конечно же, на хороший урожай. Ну а всем тем, кому видео было полезным, подписывайтесь на наш канал. Делитесь этим видео с друзьями. Заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.